В Астане продолжается чемпионат мира по дзюдо. Во второй день соревнования проходят в двух весовых категориях – до 66 килограммов у мужчин и 52 у женщин. Казахстан сегодня представит серебряный призер чемпионата мира по дзюдо в Бразилии Замат Муканов и бронзовый призер чемпионата Азии Ельдос Жумаканов. Среди женщин честь страны будут защищать Олеся Куценко и Линария Мингазова. Они уже не раз представляли Казахстан на мировой арене. Напомню, вчера Казахстанец Ельдос Сметов завоевал золотую медаль на чемпионате. В финальной схватке в весовой категории до 60 килограммов он победил своего соотечественника Рустама Ибраева. Таким образом, в копилке нашей сборной в первый день соревнований оказались две медали – золотая и серебряная. Турнир продлится до воскресенья. Он является частью набора рейтинга для участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.